Ой, ребята, у меня уже очень много дней. Военное положение. На нас нападают гиганты. Злые гиганты, великаны. Нам надо быстрее им помочь. Вот этими вот солдатиками. Ребята, у нас очень плохая война. Многие теряются в бедствии и умирают. Это очень плохо. Из команды великанов, из нашей, нам нужно быстрее подкрепление. А то мы пусто. Как у вас поступило подкрепление от моих русских подписчиков? Они мне отправили самую крутую военную технику. Они мне отправили очень профессиональную военную технику. У нас тут есть два военных. Класс 2. И, конечно же, огромная машина Хамлы. Какое крутое название. Еще тут у нас военная сумка. Такая большая. И базука. И еще у нас тут есть большое военное подкрепление из России. Говорю еще большое спасибо моим российским друзьям. У нас тут есть палатка, один военный с оружием, еще один военный с базухой, колодец, котел, на котором они что-то жарят, какая-то коробка, бомбы, знаете, которые вот так вот привязывают и что-то такое взрывают. Но только это сильнее, чем нормальная бомба. В общем, чайник, бензин. Наверное, они скапливают вот к этой машине, чтобы потом они приехали на какой-то другой и дали вот этой вот машине. Очень хороший набор, мы в нем нуждались просто очень. И еще у нас есть вот такой вот мини-набор, где у нас все, что нужно, чтобы прожить одну ночь с военными в пустыне. Тут у нас есть название этого набора Military Life. Переводится «военная жизнь». Тут у нас есть палатка, два солдата, один сидит и один стоит, охраняет. Мы очень нуждаемся в этом наборе, потому что мы солдатами всегда и очень много ездим в поход, как сейчас на войне. Одни солдаты в экспедицию на другую планету пошли, два великанов, чтобы там им все исполнить. Ребята, нам надо быстрее раскрываться. Ну что, приступаем? Надо помогать нашим солдатам. Приступаем. Этот набор. Давайте ознакомимся с первым набором «Военная жизнь». Ребята, смотрите, сколько тут всего еще есть. Замок, вертолет, вышка, пушка, какая-то там машина, танк. Давайте уже приступать, смотреть, что у нас есть вот тут. У нас есть бомба вот такая вот, смотрите. Ну, тут какая-то палочка, ну, знаете, которая со временем такая. Там внутри динамит есть. Очень много динамита, и когда заканчивается время, оружие, эмка и снайперская винтовка черного цвета, чайник, серенький, наверное, вкусный чай будет, костер, они, наверное, там что-то варят, один солдат, еще тумбочка, на которой может сидеть солдат, и палатка. Там есть внутри домик маленький, чтобы пожить одну ночь. Давайте откроем дверь и посадим туда солдатика. Смотри, как гнутся ноги, коленки, ручки. Ребята, следующий наш набор — это у нас военный голодок. В нем разные игрушки. В нашем наборе также есть два солдата. Один сидит на тумбочке и веселится со своим оружием.
а один сидит, думает о чем-то. У них разные уши. Эмка и базука. Еще у нас есть колодец и бензин, и чайник, чтобы варить. Потом у нас еще есть колючая проволока, ее можно ставить и вот так, и вот так, и вот так. Костел, на котором они что-то варят, и вещи, это у нас бланежилеты, которые одеваются на солдатов, ладцы, небольшая микроволновка, и, кстати, ладцы одевается на солдату на спину, и он может переносить как рюкзак. Еще у нас есть палатка, очень большая, кстати. Она тоже завязывается. Вот как одевается ему ладцы. С оружием. Вот, смотрите. Она так круто считается. Он может вот так вот идти, то есть бежать. И когда он вот так вот бежит, смотрите, как красиво на нем вот так вот он сзади смотрится. Видите, как он держит базуку? Очень приятный материал на ощупь. Друзья, это очень крутой набор военных. Мне он очень нравится. И еще у нас тут есть очень-очень много разных военных штучек. Это как танк, вертолеты, башни и все такое. А если ты все это соберешь, будет огромная война. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. И переходим к моему любимому. Это у нас машина Хунвей. Крутой большой джип с двумя солдатами и целое потопление оружия. В наборе есть вертолеты, танки, дома. А у нас супер джип. Еще можно поставить сюда наблюдающего человека на крышу. Сюда можно сувать вот сюда вот и посадить военных. И сюда посадить вещи вот так вот. Смотрите, какой крутой джип. Видите? У него еще багажник открывается. Вот, смотрите. Докажите круто. Сюда можно поставить солдатика. Вот так вот. И второго солдатика. Вот так вот. И внизу, вот под этими скамейками, мы положим вещи. Вот так вот. Ребята, смотрите, сколько у меня уже крутых военных техник. Сейчас мы уже можем испытать на борьбу. Но запомните название. У нас есть военная жизнь, военный голодок и военный Хунвей. Теперь мы вооружены и не боимся никаких врагов. Пошли помогать нашим добрым, а то мы все проиграем. Давайте все пошли, пошли, пошли. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, идем спасать.
бой водяной техники мы победили гигантов. Они подготовятся и вновь нападут на нас. Они же тоже хотят играть. Мы же играем интересно. Ну что, ребята, подписывайтесь на канал. Ставьте много лайков, у нас еще будет новая война. Ставьте много лайков, подписывайтесь на канал. Всем пока! Ой, на нас нападают, сражение продолжается!